Синее Черное море. Оно прекрасно. Берег, на котором я отдыхал, это Архип Осиповка. Это самый ближайший к морю первый съезд по направлению к Новороссийску. По памятнику данному кресту вы можете прочесть на табличке, что этот памятник был поставлен в честь обычного рядового. Также мы с вами можем разглядеть креста немножко моря. Ну и приступим к достопримечательностям данного берега. На карте очень подробно обрисованы улицы. Также показано здание, в которое вы можете зайти. Место, где мы находимся. И, пожалуйста, музей космонавтики, музей хлеба и вина. Берег не очень большой, но достопримечательностей, расположенных здесь, достаточно много. Гуляя по улицам, мы с вами можем обязательно посмотреть горы или так называемые сопки. Казачьи домики очень старенькие-старенькие. Рядом с ними находятся орудия, защищающие весь берег. Это пушки. На карте была изображена мельница. Вот она во всей своей красе. И также, когда вы будете прогуливаться, можно будет окунуться в тот самый мир казаков. Да, и очень интересные питейные заведения. Сейчас с вами прогуляемся по прибрежной территории Архипа Осиповки, где 2 метра остается до пляжа. Взглянуть на прибрежные территории все-таки есть на что. Это построенный совсем недавно музей космонавтики, также поставленный памятник Юрию Гагарину в 2011 году. Если кто-то их все-таки не увидит в море, то можете посмотреть на суши, на дельфинов. Также есть необычная крокодиловая ферма и дом наоборот. Ну что, разогрел я вас? Теперь перейдем к морю. Да, здесь очень-очень красиво и все-таки кайфово. С двух сторон открывается вид на горы, когда выходите вы на море. Как можете заметить, пляжи переполнены. Катаются катера, люди купаются и загорают. Ну а я же кину заветные монетки, чтобы обязательно вернуться к морю.